Встречи с трудовыми коллективами – еще один формат празднования юбилея столицы. На этот раз к тракторостроителям пришел глава администрации Калининского района Яков Михайлов. В начале встречи – погружение в историю. Фильм рассказывает о главных переломных моментах в становлении Чебоксар как столицы республики. Многие факты малоизвестны, тем интереснее просмотр. Само празднование будет идти целую неделю. Афиша самых интересных мероприятий уже известна. Чемпионат России по акватлону и водно-моторное шоу, турнир единоборств и ночной велопробег, парад городской техники и творческий бульвар, зарядка со звездой и выступление пилотажной группы «Стрижи». В каждом районе запланированы еще и тематические площадки. Такие встречи необходимы каждому горожанину. Не каждый горожанин знает истории нашего города. Тут много исторических событий, да, которые действительно нужно довести до каждого горожанина, чтобы он знал и любил наш город. В Калининском районе проживает большинство тракторостроителей. Несмотря на сложные времена, многие из них сохранили верность заводу. И это тоже своего рода признание в любви к своему городу. Мы как предприятие, мы вообще к празднику готовимся своим ударным трудом и своими показателями. Если сравнивать там их с прошлым годом, то в принципе выпуск продукции у нас где-то увеличился там в 1,6 раза. Заработная плата у нас где-то выросла в 1,3 раза. И основные наши задачи – это увеличение объемов производства. Уже не одно десятилетие профсоюзную организацию завода возглавляет Валентина Рыбкина. Проблем, конечно, у нас еще на заводе много. И, значит, по улучшению условий труда и по улучшению бытовых условий. Поэтому все это каждый день мы потихонечку исправляем, делаем. И поэтому очень надеемся, что в скором времени наш завод будет таким же передовым, как был несколько лет назад. Самое главное, ведь если мы работаем, значит и городу лучше. Так что юбилейная медаль вручена бессменному лидеру по праву. Еще один награжденный — Альберт Сергеев. Он один из инициаторов создания в столице республики уникального музея истории трактора. И это тоже очень значимая страница в истории Чебоксар.